Гражданская война на Украине ближе, чем кажется. У многих нижегородцев есть родственники и друзья на украинской земле, как, например, у многодетной мамы Татьяны Мальцевой, которая сегодня принесла вещи для мигрантов. Гуманитарный груз собрали сотрудники домоуправляющей компании Нижегородского района. У меня у самой корни украинские, потому что бабушка была украинкой, и многие родственники живут и в Запорожье, и в Харьковской области, и мы очень с семьей переживаем за это событие, что происходит. У нас при сайте самоуправления создана организация «Мы вместе», и также есть ассоциация многодетных семей. И мы объявили тоже вот сбор помощи. Ну, не то чтобы объявили, мы постоянно собираем вещи, ну, как бы для своих мамочек, а здесь решили поддержать акцию «Дух Нижегородского района». Одежда, продукты питания, средства гигиены – все самое необходимое для людей, у которых не осталось почти ничего. Эта машина с гуманитарным грузом предназначена для украинцев, живущих сейчас в Татинце. Почему мы это делаем? Потому что у нас, наверное, такая возможность есть. И работники нашей домоуправляющей компании, это их инициатива. Они сказали о том, что хотели бы собраться и организовать сбор продуктов. И плюс к этому у нас есть центр обслуживания населения, в которых есть возможность, чтобы жители нашего Нижнего Новгорода приходили туда и посильную помощь оказывали. За событиями на Украине следят и взрослые, и даже дети. Маленькая Дарина вместе с бабушкой пришла, чтобы передать свои любимые игрушки. Она считает, что украинским малышам они нужнее. Я хотела передать игрушки девочкам. Какие игрушки? С Украины. Мишку и рюкзачок. Ну и еще мы собрали то, что вот она, ее любимые игрушки мы хотим передать, потому что она очень переживает, она смотрит по телевидению, она в курсе, что это война, и даже ребенок плачет просто, ей жалко очень детей. Эта машина с гуманитарным грузом от домоуправляющей компании первая, но не последняя. Сбор предметов первой необходимости для приезжих из Украины продолжается.